Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю интересный праздничный салат «Ёжик». Готовится такой салат несложно, а получается необыкновенно вкусный, сочный и смотрится на столе просто великолепно. Одну луковицу нарезаем кубиком, три шампиньона нарезаем аналогично. Измельчаем одну куриную грудку. Лук обжариваем до полупрозрачности. Добавляем грибы и перемешиваем. Готовим минуты 2-3. Солим, перчим и доводим до готовности. Три яйца нарезаем кубиком. Два огурчика нарезаем также. Выкладываем в тарелку курицу, яйца, остывшие грибы с луком, огурцы. Добавляем немного майонеза и 1 столовую ложку сметаны. Солим и перчим по вкусу. Все хорошо перемешиваем. Выкладываем салат на тарелку в форме ежика. Аккуратно выравниваем ложками. Носовую часть посыпаем сыром. И выравниваем снова ложками. Делаем носик и глазки из маслин. Туловище украшаем морковчой. Реснички делаем из веточек петрушки. Вокруг украшаем листиками петрушки. По желанию можно добавить маринованные грибочки и половинки помидоров черри. Это будут мухоморчики. Наш салат готов, можно подавать к столу. Смотрится салат очень аппетитно, красиво и по-праздничному, а готовится совсем нетрудно. На вкус получается сочный, все ингредиенты прекрасно сочетаются. Кому понравился рецепт, ставьте лайки.